Всем привет! Ну что ж, как я и обещал, второй конкурс по Доте 2, да, будем опять раздавать вещи. Первый конкурс был интересный, хотя были люди, которым ухлевали, да, такое тоже было. Ну, как говорится, первый блин комом, это был опыт, да. Ну что ж, я объявляю второй конкурс по раздаче вещей Дота 2. Смотрите, что мы сегодня будем разыгрывать. Во-первых, это первое оружие, да, это будет у нас оружие на кунку Мистикал. Вы сейчас все видите на своем экране. Второе оружие это рарка на Акса, это коса. И третье оружие это рарка на Магину. Теперь, чтобы участвовать в конкурсе, вы должны быть подписаны на этот канал, во-первых. И во-вторых, вы должны в социальной сети, где вы сидите, да, выложить данное видео. Когда вы выполнили эти требования, а эти требования выполняются за пару секунд, то есть это изи-бризи. Когда вы выполнили эти требования по данным видео, именно по данным видео, нигде больше, именно по данным видео на Ютубе, то есть вы открываете это видео на Ютубе и в комментариях пишете в таком формате: цифра 1, точка и адрес, куда вы выложили это видео в социальной сети, чтобы я мог перейти и посмотреть. Ну, в принципе, и все. То есть свой стима даже можете не писать. Гораздо будет удобнее, если мы с вами спишемся, потому что по своему опыту, да, когда пишут стим, его потом найти невозможно. То есть просто пишите цифра 1, точка и адрес социальной сети, куда вы выложили видео. Все. Такая форма заявки. Заметьте, если вы напишете два раза такую заявку, то есть смухлюете, вы не будете участвовать в конкурсе вообще. А и в следующих, наверное, вы не будете участвовать. То есть я вот тогда забаню. Чтобы было все честно. Как в прошлый раз, я не буду там на виду, да, делать рандом. Нет, я все делаю уже на автомате, да, и просто выложу отдельное видео с результатом. Мне нет смысла обманывать, сами вы знаете, итемы я раздаю, потому что я в доту уже не играю, вообще не запускаю даже. А итемов много, я буду раздавать все их. Все, всем спасибо, участвуйте в конкурсе, всем пока. Ну и самое главное, всем удачи в первую очередь.